винный бутик-бар Wine Embassy. Пятнатый, игристые вина, украинское вино Шабо. Два вина, сделанные private label. Wine Embassy Собирави Будышуй и Wine Embassy Пино Блан. Несколько вин из ЮАР. Это стойка с розовыми винами. Вся. Это стойка с красными винами, которые расположены по мере насыщенности. От легких до более мощных, более тяжелых. Это по бокальные позиции. Бар, барная стойка. Грузинские деликатесы, местные сыры и арачинская ветчина и колбаса. Несколько французских вин, итальянских. Здесь сладкие и крепленные грузинские вина в основном. Это чача и дистилляты. Это полка с белыми винами, которые расставлены по мере насыщенности. От легких, сделанных больше в европейском стиле, в регионах Картли и Меретия, до мощных оранжевых вин, сделанных преимущественно в регионе Кахетия. Здесь вина расставлены по брендам. Здесь только Грузия. Винный бутик-бар Wine Embassy. По-грузински Гвинис Сайлчо.